Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод Лонтика. Это была ужасная серия. Я с ужасом вспоминаю эту серию, но все же я вспомнил о ней. Это было очень страшно. Эту серию я увидел по телевизору, когда мне было всего-то 3 года. Я тогда не очень понимал, что увидел, но сейчас я понимаю это. И я готов тебе о ней рассказать. Надеюсь, и ты готов услышать. Серия началась с того, что вся долина, где жил Лунтик, праздновали Масленицу. Лунтик сказал Миле и Кузе, чтобы Бакапа настоящая звезда в их лесу. В это время рядом сидели гусеницы, и они это услышали. Они тоже хотели быть популярными, и они начали думать план. И начались помехи. После помех было показано, как гусеницы принесли им блины из листья. Лунтик и Мила попробовали, но они были невкусные. Но Лунтик не мог им об этом сказать. Это очень злило их. Они расстроились и начали придумывать новый план. В это время все брали шапки у бабочек и хвалили их. И говорили, что они самые главные помоги в их лесу. Гусеницы тоже так захотели. И они сделали свои шапки из травы. Когда все проходили повз гусениц, они быстро предлагали им свои шапки. Но все отказались. Все почему-то были очень злые на гусениц. Гусеницам это уже надоело. И они собрались и думали, что же им делать дальше. Они были настолько злые, что им кроме того, как убить всех жителей леса, ничего не пришло в голову. И они пошли убивать всех у жителей. У Вопси не была бита, а у Попси не разбитая тарелка. Они уничтожили всю долину. Больше никого не было в живых. На этом они и прославились. И стали популярными. На этом серия обрывается. Это была слишком страшная серия. Хорошо, что в детстве я этого не понимал, и мне было все равно. Но сейчас это страшно. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И поделись этим видео с друзьями, ведь если ты не поделился, то ты какаха, самое настоящее. И помни, это всего лишь мое воображение.